Вон сколько чаек. Много-много чаек. Вот и сентябрь, отпуск подходит к концу. Последние денечки отпуска догуливаю. И вот решил вам показать еще раз море. Как бы мне послезавтра улетать. Вот. Вечером. Ну, утром пойду прощаться с морем. До обеда побуду на море, попрощаюсь с морем. И будем потихонечку собираться в путь-дорогу. И мы уже с вами увидимся в Москве. А пока я... Вот пока еще тепло, сентябрь, 1 сентября, вот, гуляю по побережью моря, как всегда, теплое. Вот сегодня, кстати, погода немножко прохладная, так вот, сколько, градусов 28, наверное, да, вот ветерок, но море прям теплое-теплое, что мне очень нравится. Идем по камушкам, по скалам, в сторону пансионата. Еще будет возможность съездить в город и также погулять по центру, показать вам еще раз сам Зеленый. Идем по воде. Вот я слепаю.
потому что здесь по-другому никак, ну только по водичке. Шлёпаем. Опа, выбрались. Чуть-чуть на этот. Вот этим вот камушком. Как всегда, не один. Вода вот сюда вот достает. Вот, в море выбрасывают вот эту тину на берег. Она потом, когда высыхает, очень сильно воняет. Здесь надо быть очень аккуратно, предельно осторожно идти, потому что по этим камушкам, ну, честно говоря, вот я люблю вот так вот лазить, вот это вот еще раз, да, вот говорю, вот так вот ходить. Смотрите, здесь вообще он, девушка идет, вообще аккуратно очень нужно. Очень осторожно здесь надо идти. Вот такими вот. Как валунами, наверное. Вот здесь вот как ступенечки они пошли. Сейчас попробую сюда спуститься. Немножко пройти как бы по воде. И хоть одной рукой держать телефон. Аккуратно, другой рукой держаться за камни. Идем вот по такому вот перешечку, по водичке. Дальше будет полегче. Честно говоря, не очень здорово вот так вот лазить. А верх вот такой вот здесь. Если при желании, можно и туда залезть. Потому что вот камни сделаны в виде ступенек. Но это нужно, опять же, обязательно такой вот специальной обувь. Потому что просто так в шлёпанцах, конечно, не залезешь. Ну, кто-то умудряется, залезает. Вот мы с вами идем вот по таким вот по водичке, по морю. Опа. И вот по этим камушкам сейчас будем прыгать. Ну не прыгать, я имею в виду, ну переступать. Вот так. Вот они, волны вот эти. Да, конечно, заросло, смотри, ну внизу прям вообще. Все черное прям. Ну здесь да, вот ты понимаешь, самое интересное, что там вот где мелко, там оно прям бушует. А здесь поглубже у нас в бухте, да, и оно поспокойней. А вот черное оно, потому что вот из-за этих водорослей, скорее всего, оно почему называется черным, потому что оно выделяет какой-то, как он, что-то выделяет. Азот или как. Нет, не азот. Что оно выделяет-то море? Чем черным становится? Народу на пляже вообще никого. Вчера вот мы отдыхали на пляже, народу было много. Сейчас что-то вообще никого нету. Ну, многие разъехались, наверное. Так, забираемся и спускаемся. Thank you.
и продолжаем движение по морю. Есть чуть-чуть отдыхающих, но не так много, как все дни. Вот оно, здание Института океанологии. Оно прямо здесь вот находится. А вот для этого быка мы плавали, прикольно. А что там по прогнозу нас передавали дожди, да? Ну, к вечеру, да. Ну, дождь будет, значит, будет дождь. Чуть-чуть. Да, небо, а конечно... Оттуда даже вон пошло, затягивает. Да. Вот с Крыма несет туда. Угу. Да, видно, затянуло. Ну, здесь вот море-то чистое. Море чистое. Вот, вот вчера мы с тобой купались, было вот, ну, мутное. А сейчас прям даже камешки видно, дно видно. А вчера прям мутно было. Ну, сейчас и волны, мне кажется, здесь вот были сильнее, да, чем вот в том месте, где мы сейчас были, да. Не, а у нас на пляже народ тусуется. Здесь как-то меньше народа, а у нас там много. Ну, а канашники что там делают? Ну, да. Идем под пирсом. Да, здесь люди купаются, народ есть. Ну, да, но во всяком случае, все равно пляж населен. Вон плавающих, купающих тоже, смотри, на берегу, вроде народ здесь, да, и... Обычно здесь бывает так, что яблоку негде упасть. Даже стоячих мест для загорания нету. Ну, а что, сентябрь, многие разъехались, вот остались те, у кого отпуска пробиваются там, или... Наш пляж тоже, вон, народу, в принципе, будь здоров. Нормально. А вот это вот наша речка-переплючка, которую мы с вами проходили на днях. Вот, когда вот море бушует, она темная. Сейчас она вроде более-менее, скажем так, ну, немножко угомонилась, и речка вот как-то вот имеет свойство светлеть. То есть была темная, сейчас немножечко, не знаю, от чего это зависит, каких природных условий, но она вот стала более-менее такая прозрачная. Вот. А так она вообще была темная. Ну, такая вот небольшая, я вам еще одну кратенькую такую экскурсию по морю показал. Вот. Спасибо большое, что были со мной. Оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии. Я всегда ваш. Спасибо еще раз всем за все. Обнимаю. Спасибо, что вы со мной.